Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я преподаватель Ассоциации репетиторов с 2006 года. Я преподаю французский и польский языки, два самых красивых языка в мире. Я занимаюсь с дошкольниками от 5 лет, со школьниками и со взрослыми от начинающего уровня до C1. Я готовлю к ВПР, к ЕГЭ, к ОГЭ, а также хорошо знаю специфику подготовки к международным экзаменам DELF и DALF. В частности, в 2022 году три мои ученицы успешно сдали DELF. В польском языке я готовлю к экзамену на сертификат знакомости языка польского, а также на собеседование на получение карты поляка. Я регулярно общаюсь с носителями языка. В частности, я преподаю польский и русский языки французам. По образованию я филолог, окончила филологический факультет МГУ, затем французский университетский колледж, Collège Universitaire Français, и затем несколько лет подряд слушала интенсивы на польском языке для поляков, проводимые в Польше. Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis professeur de français et je travaille avec les enfants et les adultes. Je serai ravie de vous voir à mes cours. Dzień dobry, mam na imię Natalia, jestem lektorką języka polskiego. Pracuję z dziećmi od 5 lat oraz z dorosłymi. Запрашиваем всех на мои занятия. Au revoir!